Всем привет! Сегодня 10 апреля. Решил сделать грудиком присады. Взял такую вот фанеру 6 миллиметров. Вот напилил. Сейчас дальше буду делать. Купил такие жердочки. Ну, все брал в дрова. Конечно, чуть-чуть толстоваты. Ну, пойдет. Это 1,5 миллиметра. 15 миллиметров. Все, сейчас посверлю и сделаю. Берем перо 16 миллиметров по дереву. И вот сверлим. Это, в общем, поняли все. Это мне одной рукой неудобно. Ну все, вот, просверлил все. Сейчас вот так вот одеваем их. И сверху планочкой сколачиваем. Поехали дальше. Ну, вот такая ерунда получилась. Сейчас будем вешать. Ну вот, все, повесил. Посмотрим вечером, что там будет. Понравится им или нет. Вот так вот, 7 места теперь там хватит. А то как спать ложатся, начинают гонять друг друга. Посмотрим, как они вечером там сядутся. Ну вот настала ночь. Все тут и спят. Кто в домик залез, самки. Остальные все здесь. Молодежь тоже.